18 марта в Казани блистательно прошла премьера фильма «Декорная лихорадка». Съемки фильма смогли состояться только благодаря самой активной поддержке компании «Ампир Декор». Нет ничего удивительного в том, что поддержку киноискусству оказала фирма, являющаяся одним из лидеров российского рынка элитных отделочных материалов, которая на протяжении 13 лет открывает самое новое и предлагает своим клиентам только самое лучшее. Если говорить об оригинальных интерьерных стилевых решениях, то в нашем салоне можно найти материалы для любого интерьера, ну, наверное, исключая интерьер перспективного звездолета. Но над этим мы работаем. На протяжении всего времени своего существования компания «Ампир Декор» работает с ведущими архитектурными бюро, крупнейшими строительными компаниями России и наиболее известными дизайнерами. Тут такой широкий выбор материалов, что практически еще не было заказчиков, которые бы что-то здесь не купили. Начиная от средней ценовой категории и заканчивая небесами. Это обои, это текстиль, это лепнина. Наверное, это один из лучших салонов, который представляет подобную продукцию. У меня практически на каждом объекте есть что-то из коллекции «Ампир Декор». Обязательно. Материалы, предлагаемые компанией, используются при реставрации исторических объектов, оформлении интерьеров посольств, крупнейших гостиниц, концертных залов, частных домов и квартир. Наша целевая аудитория – это клиенты премиум-класса. Изысканные любители искусства в стиле «Ампир», где присутствует роскошь, орнамент, золото. В день премьеры фильма все те, кто на протяжении многих лет являются деловыми партнерами и клиентами фирмы «Ампир Декор», в очередной раз смогли погрузиться в атмосферу высокого искусства, царящую как на киноэкране, так и вокруг него.